системе AeroLink 2 4 главные страницы можно настроить точно так же, как это делается на планшете или смартфоне. Три из них можно настроить используя виджеты. На первой странице содержится следующее. Заголовок, время, наружная температура, указатель страницы, информация о сети и уровень заряда аккумулятора телефона, имеющиеся уведомления и состояние подключения системы AeroLink 2, настраиваемые часы, имя и фотография выбранного профиля. Можно настроить 6 профилей, указав в них настройки мультимедийной системы, включая избранные радиостанции, сопряженный телефон, настройки системы навигации и регулировки сидений.